В центре села Покровка Локтевского района появится парк отдыха, первый и единственный в селе. Проект реализуют по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Все подробности далее. Масштабную стройку развернули в центре села Покровка. Пока одна бригада рабочих ремонтирует старый дом культуры, вторая расчищает территорию для будущего парка отдыха. Скоро здесь появятся цветники, дорожки, сухой ручей, первая в селе детская площадка. Родители с нетерпением ждут открытия мини-парка. Периодически вывозим детей где-то в Горняк, где-то в Рубцовск в парк. А так хотелось бы развития, как бы все-таки интерес, общение детей. На реализацию проекта по федеральной программе направили около 2 миллионов рублей. Часть средств, примерно 800 тысяч, выделили местные предприниматели. Будут сделаны детские площадки, будет благоустроено. Центр именно села Покровка, будет огорожена, живая изгородь будет, будут горки, будут аттракционы для детей. В крае гранты на реализацию проектов местных инициатив предоставляют с 2014 года. За это время около 60 проектов получили господдержку, в том числе и парк отдыха в Покровке. Оценить его жители села смогут уже в начале октября. Яна Аксенова, Роман Хайрулин, новости.